Два года подряд купание на крещение из-за пандемии вынужденно отменяли. Зато в этом году после перерыва мероприятия возобновляются. Мы пообщались с сотрудником МЧС и узнали, где и когда можно будет искупаться в ледяной проруби. На сегодняшний день к открытию планируется порядка 19 купелей, но сразу уточню, что вполне возможно цифра увеличится. Как правило, практика показывает, в последний день, 18 числа, возможно, откроется еще порядка где-то 5. Но на сегодняшний день пока 19. Значит, по районам, в первую очередь, это город Улан-Удэ, основной у нас. Это стадион «Спартак» на реке Уда. И, значит, в поселке Троицк, в мужском монастыре. Это две основные точки, где будут организованы масштабные купели с массовым посещением людей, где будут дежурить в круглосуточном режиме сотрудники ГИМС, спасатели, полиции, представители администрации, медики и волонтеры. МЧС просит жителей посещать только санкционированные купели во избежание несчастных случаев. Предупреждаем не только этих граждан, но и всю общественность, чтобы посещали только купели, которые открыты у нас официально. На официально открытые купели присутствует весь спектр по мерам безопасности. То есть это и пункты обогрева, и теплые раздевалки, и, значит, сходни безопасные, деревянные, мостки. Ну и, как я уже сказал, в обязательном порядке дежурят специалисты-спасатели для предотвращения несчастных случаев. Также всех желающих принять участие в купаниях просят соблюдать меры безопасности. Не находиться на открытом воздухе более 5 минут, в обязательном порядке, выходя на лед, одевать обувь, будь то валенки, резиновые какие-то тапочки, ну и не переохлаждаться, то есть, по крайней мере, хотя бы полотенцем обернуться. При сходе в воду в обязательном порядке держаться за поручни, заходить в воду медленно, ни в коем случае нельзя прыгать, не делать резких движений. Если почувствует человек себя плохо, на грани потери сознания, в обязательном порядке, значит, нужно сообщить об этом присутствующему возле купели спасателю. В этом году ожидается участие порядка 5000 человек. Мероприятие продлятся с 22.00 18 числа до 22.00 19 числа. Никита Самоцеленов, Нима Роднаев, программа «Вместе. Мир Байкал».